представляете? И не утонул. Ну что ж, у нас получается поснимать вот так с воды. Сейчас будет заплыв, будут вездеходы вот сюда заходить, здесь спускаться, обходить вот эти две канистры и там вот выходить. Креативно, весельный привод. Это что-то новое в мире вездеходного строения. Но эффективно как? Нет, ребята, там с веслом рулят. Вот это да. Как в анекдоте про грибцов. Ну что ж, не шуточный накал. Участники применяют новые приемы плавания. Так, а тем временем к старту готовится лесник и ромб. Почти что ноздря в ноздрю, но ромб все-таки опережает лесника. Ничего не поделаешь. Винт есть винт. Ромб уходит первым на финиш. Просит дождик, ребят, погода такая промозгленькая, но нас спасает финтрейл. Костюмы финтрейл, в принципе,
используются не только любителями, но и профессионалами. В принципе, все репортеры, все, кто работает в грязи, в основном в костюмах Финтрейл. Финтрейл можно приобрести по ссылочке в описании. И для того, чтобы было вам делать это приятнее, скажите, что вы с канала Герасим Шерп, и получите скидку 10%. Может, полезно. Итак, новый старт. Эффектный ход. Вот это я понимаю. Где хочу и как хочу. Ой-ой-ой, как они зашли-то. Ай-яй-яй-яй-яй, бляха-муха! Где второй? Выплыл!
пацаны-то спрашивали. На берег вывози! Вот это кадры! Биг Бо задавил Тингер. Ну, вы видели, он камнем просто бульк и ушел. Конечно, непотопляемость за счет колес — это огромное преимущество. Миша, ты заснял? Да, Гер, все снял. Жуков гараж. Ведущий тюнинг-ателье по вездеходам Шерп и не только. Ждет вас и вашего любимца на глубокий тюнинг. Десятки собственных разработок и улучшений. Оригинальные детали и качественное оборудование. Мы первые, кто сделал Шерп лучше. Подписчикам канала скидка. Алексей Маратович крутится сейчас на месте. Не знаю, надо будет нырять, вязаться. Наверное, к таким соревнованиям надо, кто не имеет запаса плавучести за счет колес, надо, чтобы машина была с буем, который бы всплывал, за который за фал зацеплен было бы. Работать, а этот... Мужики. А там что, за трубу, да, просто? Вокруг трубы, вокруг курятника. Из-под тента выходил воздух все это время, потихонечку. Ура! Ура!
Самый лучший кадр будет оттуда. Это не то. У нас другой был. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, стой, стой, не убегай. Вот это кадры вы видели. Держи. Я закрыл вот это. А вы там еще Здравствуйте. Они же на карте. Нужно электрический двигатель. Вот я попустил саму. А сколько он будет у тебя? Кошка попала. Кошка моя попала. Не, ну если сейчас уйдется, то точно попала. Можно первое место давать его. Да? Да, я его. Ну что, давайте вот дальше вытаскивать. Давай. Эх, а потеряна крышка от мотора лодочного. Так а может быть действительно сейчас мы с мотором его и Увы, ах, ребят, вот такие бывают ситуации на соревнованиях. Это спорт, никто не знает, кто будет наверху, а кто будет повержен. Вот такая вот глупая случайность взяла и оборвала надежды на победу. В принципе, у хорошей машины она показывала результаты и в прошлом году, и на Ладоге, и в этом году, я надеюсь, бы показала, но вот так получилось. Да если он завтра после этого поедет, ну понимаю, что заведет. Масло надо поменять, свечи продуть и все. Вот, ребят, место, куда как раз произошел удар. Видно, замято пластик, угол.
да Герасим. Айда насажал себе девчонок и отвез их на середину озера. Нас не взял. Нас с собой не взял. Мы стоим тут, горюем. Что наводит на определенные мысли? Даже не определенные, а точные. Ребят, заезды снова. Вот это плюхи. Вперед, греби, вперед теперь! Что-то произошло. Какая-то техническая неполадка у машины. Ну, весло есть, до берега дойдут. Тормози, тормози есть. Погоди, Алексей Маратович, сейчас они лебедку немного намотают, она до конца у них вымоталась. Стой, подожди. Чуть-чуть назад. Давай, потихоньку. Заклинило. Дай назад! Хорош, все. Сеть намотала ведущую. Вездеходы «Лесник» серии «Лесник М» «Экстримы Профи». Надежные, неприхотливые, с оптимальной проходимостью и оптимальной ценой. То, что надо для тебя и для твоих увлечений. При покупке приятный бонус по коду Герасим Шерп. Подробный обзор вездеходов в описании. Торпеда, ребята, вот это вин! Вот это вин! Давай, иди! Вот это ракета!
Ногой греби! Посмотрим, научился шатун плавать или нет. Пока не очень научился. Ай, хищник дрифтует. Давай, давай, братишка. Что, Граш? Что случилось? Вода. Не раскачивай. Давай веревку. Что последствия у него будут грустные. Потому что он туда напрыгнул. Если бы на холостых бы, она бы тук заглохла, да и все. А глушитель внизу получилось. Да глушитель-то без разницы, в принципе. Если мотор работает, и колесо здесь то самое, гид какой-то, то не сосет. Ну, он же как-то продавал, значит, прямой. Как-то. Вот это кадры. Давай! Давай! Так, ребят, Биг Бо будет переезжать заезд. Ну вот, все-таки пошел Биг Бо.
хорошо идут. С тобой. Вот только чуть-чуть травки попадется, ребят, и все. Он встанет. Намотает культюн себе на винт, что поднять не смогут. Полтонны. И будет стоять. Без хода вообще. Ну, наверное, так-то не случится, но все-таки чуть-чуть болотце, еще что-то, он будет беспомощен с таким винтом. Жнуль, тебе передаю привет, девушки тоже передают привет. Нет-нет, ты не подумай. Вот это врач, она следит за моим здоровьем. А эта девушка, профессиональный фотограф, она меня фотографирует, потому что я у тебя очень красивый. Вот, привет тебе большой. Ну и как вы можете прокомментировать сегодняшние вот такие мини-соревнования? Мини-соревнования? К сожалению, не удалось три дисциплины провести. По стечению обстоятельств у нас был утопленный вездеход, и все дружно его доставали. Опять же, всем спасибо, что проявили участие. И да, достаточно оставили, быстро у нас был человек в костюме. Технику участников в беде. Вот тот человек, который занимался нырянием туда, это мой сосед, который опять же помогал мне просто привезти вездеход. У меня сейчас машина не на ходу, и он мне давай привезу, зацепил мой прицеп и привез нас сюда, а сам поехал отдыхать здесь. Подводной охотой, наверное, да, заниматься, да, поплавать в холодной воде. Ну и так получилось, что он просто не уехал. Вот ему, он стоял в стороне на берегу, ему позвонили, что Серега, выручай, и он переоделся и нырнул. Ну прекрасно, сюда. Он вот не профессиональный нырящик, но тем не менее помог. Ну да, 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 да. Без него, я думаю, было бы очень проблематично, ну, ну, так, в такой вроде воде как холодной. Были готовы люди, которые умеют плавать и не боятся воды холодной. Ну, все равно, но организм, но, тем он не менее, бесконечно запасан. Одно дело бы, а другое дело, да. Вот Серега. Сколько взял, он провел в воде здесь? Да? Минут 20, наверное, просидел. Да. В чемпионате России по трофи-рейдам бывают сходы, причем бывают сходы прямо в базовом лагере. Когда человек, например, начинает, у него машина барахлит, он жин-жин-жин по этому самому, по газу. О, что-то раскручивает, у него мотор рассыпается на куски вообще еще до старта. Ну, я думаю, это даже и хорошо, что вот здесь выявились какие-то болячки и недочеты, может быть, какие-то слабые места у машин, которые могли бы на завтра просто встать и просить эвакуации где-то. Ну, совершенно верно, как спорт всегда бывает. Ну, да, да, да. Механики не спят круглосуточно. Да, да, да. И чем серьезнее соревнования, тем больше работы механика. Кстати, такое наблюдение, оно немножко отвлеченное от темы. Механики, ну, спортивных команд в трофи-рейдах очень любят болотные спецучастки, потому что машины с болота приезжают чистые. И не ломаные, рулевые тяги на месте, все, ну, хорошо, да. Надо мох скинуть и все, и протереть тряпкой, машина готова к степлу, там жидкости заправить. Вот. А когда трасса с камнями, с деревьями, там, с пеньками, с какими-то, с глиной, то это постоянно забитые радиаторы менять, тяги рихтовать, ну, да. Какие-то повреждения совершенно невероятные, стекла разбитые, то есть очень много механики бдят всю ночь. И под утро еле-еле успевают отправить в бой, а то и не успевают. Да, завтра, ребята, будет тяжелый день, всем надо будет отдохнуть. Поэтому байки будут недолго. Будем крутить ключами. Да. Ну, кто, кому есть необходимость, кому нету, будет спать. Махать ложкой опять. Да, же. Махать ложкой, да, тоже работа. Старая русская забава на Discovery в большую гору заезжать. С разгону. Подтолкните! Ай, чудна забава-то! Увы, ребят, разошелся народ весь. Я думал еще покатать подписчиков. Ну вот кто остался, тех покатаем. Ух, какая! Какая боевая! Не боишься? А там же щуки. А я не боюсь. А она зубами сюда выпрыгнула. Что будешь делать? А, забоишься, сейчас. Давай забоишься. Ее так. Ай-яй-яй-яй-яй, падаем, 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 ой-ой-ой. Давай-давай-давай-давай-давай. Вот, молодец.
Ай, на-не-на-не! Однако, здесь градусов не знаю, на-на. 30, наверное, есть. Еще пару шагов, и ты наверху. О! Участники возвращаются к месту стоянки. Бравая команда Биг Бо. Ничего не боится. Ну, Герасим Васильевич возвращается подписчиками. Лагерь, костер, вкусная еда. Вот он, самый позитивный вездеход. Вертолетным хвостом. Самый позитивный вездеход этих соревнований. А, видишь, как у него? Хотите вкусно готовить на природе, дома, в городском парке? Вам нужен мобильный газовый гриль «О-Грилл». С ним вы станете точкой притяжения в любом месте. Проверено нами и временем. Скидка для подписчиков по коду Герасим Шер. Ссылка в описании. Мы предполагаем, что сегодня все устали, все довольны тем, что они сегодня устали. Вот это прицеп, вот это я понимаю. А, да. На целый дом. Так, ребят, ну что, мы не оставляем наших подписчиков голодными, мы их кормим. Да. Обалденная вещь. Обалденно. Так, а что у нас такое? Нас... Только ради этого стоило приехать. Это у нас жаркое, да? Жаркое с бараниной. То есть я занимаюсь этим, потому что я делаю свою жизнь безопаснее. Я учу людей, чтобы мне, моим друзьям, моим родственникам было безопаснее жить. Да? Потому что если каждый из нас с вами будет уметь помочь друг другу, нас будет охранять уже не одна система здравоохранения, а две. Одна из которой мы с вами. Вот это значение зачем. Теперь, что и как. Как мы учим? Мы — это Союз врачей экстренной медицины, я его руководитель, Кичай Артем по-прежнему. Первая помощь — это, ну, это же не работа, да? Она случается всегда внезапно, она случается в разных условиях, которые примерно никогда не повторяются. И она случается, когда ты планировал что-то другое, и тут раз, и надо быстро включиться. И надо именно сделать, то есть поговорить, как в школе. А расскажи мне, как делает искусственное дыхание. Ну, я рассказал, молодец, садись пять. Это, ну, это лучше, чем ничего. Но ваши знания абсолютно будут бесполезны, если они не реализуются в действии. Да, важны не то, что вы знаете, а то, что вы можете сделать. Все, что нужно сделать, нужно сделать. Только так можно научиться. Отмазки типа того, что, ну, это же игра, а вот по-настоящему бы я бы... Нет, ребят, так не... Вот, вы сделаете в игре то же самое, что и на самом деле. Вот. Может быть, чуть меньше, потому что на самом деле чуть страшнее. Вот, поэтому все наши занятия, и в том числе и здесь сейчас, это не лекция ни в коем случае. Мы разберем потом, что происходило, я скажу свои замечания, предложения, там, что хорошо, что плохо. Но главное, да, вам попробовать себя... Что вы реально можете оценить для себя и понять? Надо понимать, что пора начинать играть. И поиграть максимально, максимально вот по-честному. Мы будем играть по-честному, и вы с нами поиграете. Тогда занятие будет для вас максимально полезно. Потому как теория без практики мертва. Понятно? Вот. Вопросы, предложения, пожелания, уточнения? Там, короче, машина пробежала, проехала, вон там, большая, бум! Бабу, Карима, где там? Вон там, вон. Идемте, все пошли, что? Так, звоним, система 112, отлично, как? Звоним, доставим телефон, звоним. Телефон, телефон есть? Телефон, телефон. Доставайте. А я следующий. Пока звонок не получился. Есть телефон, отлично, так. Сообщение передают на 112, сообщают телефон, адрес, местонахождение. А если не все, знаю, понял, где? Пойдем, а пойдем. Говорит, вон теперь там. Надо сейчас найти. Я работаю. Тут целый квест, ребят. Я-то думал, просто будем красивым девушкам искусственное дыхание делать. Ты ее найди сначала, она заспит. А, так что ж сразу-то не сказали? Бегу, бегу. Вот. Целый квест. Аккуратно, не поломайте ноги, а то будет правда травма. Побежали, 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 быстрее, опоздаем. Итак, народ, нашли пострадавшего и делают ему помощь. Нас не обманывают.
Как багажник у Нивы открывается? Болгаркой. Сделаем. Смотри на меня. Все, мы ее потеряли. Нет, нет. Все, все, потеряли. Кто сказал, что потеряли? Вот это да. Ногу надо не трогать. Ногу выпрямляйте. Открывай палку, дайте, дайте палку. Открывайте. Просто вот можно. Обезболивающее. А сиденье что? Она не зажата, ее надо извлекать. Так быстро вынести, да и все, пофиг нафиг. Нужно вытаскивать. Все, ногу вытаскивай. Ножку. Свободно. Позвоночник сломан, давайте активно на силки, что там реагирует. Носилки давайте или что там? А вот ноги здорово переломаны. Ноги, носилку давайте. Расправляйте и доносите. Разница, уже сломано, так сломано, уже пополам. Да, да. Выносим на носилке. Какая нахуй раз? Все, так, стоп. На куртку положили 4 человека. Мы уже пытались это сделать, но не очень. Ну вытащить ее надо. Крови-то нету. А вон кровь. Нет, кровь есть, надо вытащить. Кровь из головы, то, чтобы ударился. В ноге-то нету. В ноге тоже кровь. Ну, доносилка вот. Удар головой ее надо. Берем, привязываем. Нет. У кого есть бинт, там что там, кто там советчик? Вы не пытаетесь вправить ногу, вы просто привязываете. Зафиксировать. Вы сцепи ногой? Давайте, давайте. Второй ремень надо. Сейчас на чем угодно запишите время, когда вы перетянули ей ногу. Остановили кровоток. Нужно выпрямить ногу, чтобы она была такая же, как и, так и ее. Как и ее. На дорогу, где скоро? Впереди светите. Здорово, здорово. Право, право. Право. Смотрите, здесь чистое место. Правее немножко. Правее, правее. И до скорой. Ребята, посветите, где там, куда идти к лагерю. Кто-то вперед пройдите, посмотрите, где там табличка. Под шатре скорая. Шатре. Давай повыше, повыше. Там будет сейчас яма по правому ряду. Как это тобой издевается? Очень аккуратно. Осторожно, голову. Браво, яма. Яма. Мы не на землю же ее кладем. Да, давай на стол. А то сейчас правду травму сделаете, уродите. Отлично, Ань. Чуча, доктор, нам так понравилось, а. Умница. Давай я тебе помогу. У нее перелом. Отталось. Подожди, встань. Я могу, я привязываю. Встань, пожалуйста. Нет, ты на стол встань, поклонись. Поклонись публике. Ногу на место поставьте. Анна, в таком гриме я тебя завтра к себе беру на всю трассу. Будем пугать всех. О, отлично, Аня, у тебя большое, значит. Молодец, здорово. Так, присаживайся пока. Не подверни ногу, смотри. Вот, так, коллеги, прошу вас занять как-нибудь так полукругом. Значит, спасибо большое, что вы
активно работали. Спасибо, что вы не безразличны. Спасибо тому человеку, который извинился за то, что вы сделали. Да, тут же лампа, в принципе, да, можем. Теперь, коллеги, мы сейчас делаем следующее. Сначала у вас будет то, чего нету даже у врачей Джинилидзе и скорой помощи. Ну, у врачей Джинилидзе, может, и есть, вот у скориков точно нету. Возможности услышать обратную связь от человека, которого ты лечил. Да, то есть скорый это привозит, сдал, и не знаешь, вот вам сейчас изнутри расскажут, как это было. Потом я расскажу снаружи, ну вот, прокомментирую некоторые действия, вот, как я вижу, как специалист. Вот, и потом мы очень коротенько с вами разберем алгоритм, как надо было. Вот вы вызывали скорую, да, я не сумел с вами поговорить об этом, как положено. Я увидел, что вы взяли телефон, на котором есть связь, который работает, и набрали 112, вам сказали, нажмите клавишу 3, набрали 3, что дальше говорим? И вот это очень важно послушать, что дальше говорим? Говорим, что ДТП и с пострадавшим, и стараемся как можно конкретнее и быстрее. Вот давайте старайтесь, я скорая, говорите. Значит, ДТП, пострадавший, состояние неизвестно, в сознании. Адрес начала. Координаты адрес. Такие-то. Какие? Ну, координаты, где мы находимся. Где мы находимся? Объясните мне, как тупому диспетчеру скорой, дорога, где вы находитесь. От, от Любани. На WhatsApp точку скинем. Не, ребят, ребят, проблема. Малуксовские карьеры. Голубые карьеры. Уже лучше. Вот Малуксовский карьер, этот самый. Если вы скажете, продиктуете координаты, может быть, это и сработает, но не стоит на это рассчитывать, все-таки это скорая. Дорога. А как здесь ориентировка? Вот это и вопрос. Дорога на станцию Малукса. У кого она есть-то, блин, в данный момент? Самый понятный кому угодно ориентир, и мы там встретим. И даже без машины, да, встретим у понятного ориентира. Посмотрите, как вас много. Ну, даже без машины, 2 километра, вот без машины, 2 километра до поворота, 2 километра, кто из здесь присутствующих не сможет дойти? Любой, добежит. Конечно, да, с телефоном, обычно тот, кто вызывает скорую, я стою вот на дороге на старую Малуксу, там, примерно после переезда, ну, понятно, стою на дороге, махаю моргающим фонариком. Понятно. И привести. Это на самом деле единственный реальный способ ускорить приезд скорой, зачастую вдвое. Мои 7 лет на скорой привели к очень четкому пониманию, что это дико обидно, когда ты на поиск в районе тратишь еще столько же времени, сколько на доезд. Где там эта вторая поперечная, куда там проехать и сколько там закрытых шлагбаумов. Не ленитесь встретить скорую помощь. Это вот самое главное, что вот прям вот всегда надо знать. Теперь взгляд изнутри. Жги, Аня, только не очень. Коротко и не очень жестко. Коротко, вообще-то очень страшно. Прибегает, представляете, да, я сижу в машине, прибегает куча каких-то людей, которые со мной... Кто-то меня спросил, как зовут. Вы, да? Единственный человек, который вообще со мной о чем-то разговаривал. Все остальные, такое ощущение, что я уже бездыханное тело, и там лежу, и меня можно таскать как угодно. Да-да-да, такие вопли, еще крики. Да тащи ее, да пофигу, пусть орет там. Давай по-быстрому дернем, обморок так обморок. Вообще, между прочим, это очень страшно. Прибегает куча мужиков, начинает тебя выдергивать из машины. Ты смотришь, что у тебя болтается вот так вот нога. Твоя нога! Да, мало того, что больно, страшно. А тебя куда-то кидают и тащат. Причем пофигу, что происходит, как бы с тобой тебя кидают. Ложись! Чуть не силой. Думаю, ну нормально вообще, как бы. И столько людей вокруг оттаскивает от машины, меня только двое. И нога при этом у меня такая. Дальше было лучше. Взяли за ногу и за нее и подняли. Вообще за эту ногу. Нет, стоп, наверное, машина могла взорваться, поэтому хотели. Да. Да какая разница? Да. Оттащили нам от машины подальше, да и все. Отлично. Все великолепно, спасибо, Аня. Да, по поводу взорваться машины оттащили. А теперь, сейчас эта отмазка не прокатит. Аня скажет, как вынесли ее дальше, когда уже взорвавшаяся машина была вдали. Пускай вы вытащили меня, молодцы, герои. Вы вытащили меня из взрывающейся машины. Я вам очень благодарна, вы оттащили меня. А дальше-то что было? Дальше вы меня донесли до носилок. И началось. Давайте покрутим. Давайте перевернем ее на здоровую ногу. Зачем, не знаю, но при этом у меня здесь пробита голова. Я прямо вот этим сначала в землю. Потом уткнули меня носом в куртки.
потом несли, внесли очень замечательно. Сейчас, говорит, будет яма. При этом все начинают вот так вот ходить, кто-то пинает меня по больной ноге, по здоровой ноге. Я задыхаюсь в этих куртках. Я не знаю, ну, вас так много. Понравилось, да? Внимание. Я уж не говорю о том, сколько у вас вездеходов, машин. Да, да. Так их не было уже. Плана не было. Есть травмы позвоночника, при которых, которые не видны, при которых нежелательно человек вообще шевелить. И... Так что же вы делали? Так она истерит. Она нормальная была. Я все, Ани, я думаю, остановись, да, то мы сейчас уйдем в конфронтацию. Нет, но... До того, как мы дошли до пострадавшего, перед тем, как кто-то первый прыгнул в эту машину и сел рядом с ним, да, и я удивлен, честно говоря, что я, ну, мой водительский стаж совсем не такой, как у вас. Я крайне удивлен, да, что это я вот вам сейчас говорю, а не вы меня, да, оценить машину на предмет угрозы. А вот случай был вообще не угрозный, если честно. Но на предмет загорания? Нет, нет, ничего нет, не загорело. А на предмет того, куда она могла съехать, перевернуться, покатиться, на ручник ее поставили? На передачу ее поставили? Она упорлась в дерево, зачем? Она не была упорлась в дерево. Пойдем посмотрим, как она сейчас стоит. А-а-а. Ага. Первое. Ручник, передача. А сколько народу? Камни под колеса. Она наклонена, подпорки. Да, вот я лежал в больнице, я через полгода ходил уже нормально. Потому что мне нормально оказали первую помощь. Со мной лежал человек, он уже 3 месяца как лежал, у него был открытый перелом, загнила кость. Я не знаю, ходит ли он сейчас. Простите, да, сейчас я закончу мысль, да? А все почему? Потому что ему, когда ему сломало так же, как и мне голень, разрешили встать. Ну, он вот с перепугу вскочил, встал на ногу и изобразил все это. Вот, да, спрашивайте, пожалуйста. Значит, и это к разговору о собственной безопасности. Что вы знаете об интимной жизни этой женщины? Все, кто оказывал помощь. Пока. А что, у нее справки нет? Все, кто оказывал. Ну, спроси у нее, но там-то ты не спросил. Все, кто оказывал помощь, примите к сведению. Вот он, незащищенный контакт с кровью. Что может решить вопрос? Посмотрите на свои руки. Что может решить вопрос? Конечно же, наша индивидуальная аптечка. Или не наша индивидуальная аптечка. Если меня спросят, вот есть разные укладки, вот есть маленькая, есть большая, у меня вообще врачебная. Но если меня спросят, вот тебе можно взять один предмет медицинского назначения с собой, что ты возьмешь? Я, не задумываясь, отвечу. Перчатки. Перчатки медицинские, нестерильные. Топор. Коллеги, вот прям, если вы собираетесь оказывать помощь, это должно у вас быть прям в кармане всегда, всегда, везде, везде. Но эта аптечка вообще влезает в карман, в любую дамскую сумочку. Тут, собственно, перчатки и бинт. Да, вот, но просто перчатки по копейке за ведро в аптеке, да, спасут вам жизнь на секундочку. Это довод. Вообще, за рулем ДТП самое страшное. Да, вот, но, да, ребята, если вы уже надеваете перчатки или не надеваете, это, да, на вашу вероятность умереть в ДТП никак не влияет. Зачем к вероятности вот умереть все, в ДТП добавлять еще? Процент умереть от того контакта с этого, ну... Не надо еще добавлять. Короче, кто боится умереть не в ДТП, у меня вот тут есть спирт, вы можете помыть руки, вот те, кто работал, вот он спирт, им можно помыть. Вот, а теперь, коллеги, посмотрите на табличку. Да, я просто быстренько по ней пробегусь, потому что вот это я готов рекламировать бесконечно, потому что, на мой взгляд, это универсальная возможность правильно действовать в любой ситуации. Да, у вас были в том числе и правильные мысли, они озвучивались. Но как-то сумбурно, не в той последовательности, они вылезали, ну, непонятно, что зачем. Вот эта штука позволяет вам понять алгоритм, и дальше на этот алгоритм все, что вы будете учить потом, нормально ложится и добавляется. Без него любые вот раздельные знания, они вот так и будут в сумбур уходить. Вы уже не обращали внимания. Она, вот смотрите, не надо бояться, когда он орет. А вот когда он перестал орать, все бросили, остановились и смотрим, а что с ней. Почему не было принято мер? Почему не было оценено дыхание? Чуть чаще, но делать это надо спокойно, не торопливо. Вот он, воздуховод. Да, вот такая вот трубочка. Да, вставляется он вот так. Я не буду запихивать, не пугайся, да? Вот он встать он должен в итоге вот так вот. Да, он вот во рту трубочка, вот так вот человек дышит.
Но единственная тонкость, что вставлять его надо наоборот, вот по небу до середины, и потом развернуть. И тогда он отлично вставляется. Вот очень рекомендую, вот правда хорошая штука. Два. И те трое мужчин, да, вот коллегиальным решением, вот сейчас, когда здесь все закончится, подойдите сюда, мы вам эти подарки на участие в наших занятиях вручим, потому что вы молодцы, Аня вручит, вот, и даты действия поставит. Вот, сейчас Аня расскажет тем, кому интересно, куда к нам приходить, если хотите научиться, чтобы было вот не так, а по-другому. Ну, а я побегу, вернусь за машиной. Когда я вернусь на машине, если у кого еще какие вопросы будут, с радостью отвечу сколько угодно здесь же. Спасибо. На здоровье. Спасибо. Да, по курсу у нас проходит курс, он состоит из 6 занятий, то есть у вас на каждом из занятий будет вот такая практика, ну, плюс-минус. У нас все проходит с аниматорами-каскадерами, проходит в Питере, соответственно, кому интересно. А где конкретно? Где конкретно? Станция метро Василия Островская, если уж совсем четко. Что ж, ребят, это был такой маленький курс от Союза врачей экстренной медицины, и если вы хотите спасти жизнь себе или спасти жизнь кому-то и хотите знать, что надо делать в экстренной ситуации, то в описании к ролику будут ссылочки и телефон, где вы сможете записаться и пройти подобные курсы. Я думаю, это нужно каждому. Ну и большое спасибо всем тем, кто вылил на нас не одно ведро помоев по поводу хайпожорства, по поводу какой-то славы на чужих страданиях и прочим. Да, я это сделал специально для того, чтобы ты, такие как вы, тоже пересмотрели вот этот маленький сюжет. Данный сюжет достоин отдельного ролика, который я и сделаю, потому что он занимает около часа, пролетело это все незаметно, как 5 минут, все это занятие, но было получено огромное количество полезной и нужной информации. Поэтому, если вам будет интересно это, пишите в комментариях, сделает ли вам полный отдельный ролик, как все это происходило, со всеми советами от врачей экстренной медицины. Ну и, конечно же, кто находится в Санкт-Петербурге, может пройти подобный курс. Мы с Мишаней тоже уже подумываем, что нам это нужно. Ребят, ну, в принципе, у нас вездеходное соревнование, всем в вездеходе приходится крутить ключами гайки. И наш конкурс сейчас выявит, кто же быстрее всех, бодрее крутит ключами вот эту гайку, да, открутит до суда, вот, ну, до конца. Кто быстрее, потом в конце концов закрутит, да. Руками гайку не трогает. Руками гайку не трогает, только ключом и только рожком. Ну что, кто второй сейчас? Давайте, кто, да? Так, вверх или вниз? Вниз закручиваем. Верхнюю вниз закручиваем. А верхнюю вниз. А топор для чего? Топор не для чего. Глушить топор, победителя. Раз, два, три, поехали. Напоминаю, у нас сегодня призы, это якутский. Нет, рожок без. Вот. А только не было сказано с самого начала. Обманом берете. Это не бак, это рукой гайку. Все, намного. 1:22. Спасибо. Пожалуйста. 1:22 и это самое вот время свое запоминайте. 1:22. Так. Подожди, у меня идея просто есть. Нет. Для этого гвоздь здесь и стоит. Давай еще раз туда. Нет, подожди. Бери меньше ключ. Меньше махать. Поднимайте гаечки. Кто следующий будет участвовать, поднимайте гаечки на уровень шляпки. Нижний край гайки уровню шляпки должен. Это самое. Приз, якутский нож. Только на нет, любой может участвовать, любой. Есть посмотреть, да нет у него.
Что? Нож с гравировкой. Поверь, нужен. Если тебе нужен хороший инструмент, а не китайский ширподреб. Так, ну что ты делаешь? Это самое. На старт, внимание, марш! Вращаем, вращаем, вращаем активнее, ближе к победе. Эх, как бы знали, рюмки-то не глотали бы. Так, 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 близко, 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 близко уже. Близко. Стоп. Минута 0.3, пока лидер. Минута 0.3. В данном случае попробуем. А все, уже не важно. У нас есть лидер, минута 0.3 сейчас. Крутим, 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 крутим. В лидера уже не уложились, но можете крутить дальше, выясните, кто из вас крутее. Пока, напоминаю, у нас минута 0.3, лучшее время. И как бы есть претендент на прекрасный нож стальных бивней, которыми мы, в принципе, пользуемся сами, полюбили и всегда с собой. Х12МФ. Давайте, берите ключики. Секунду, 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 секунду. Одеваем ключики на гайку. 3, 2, 1, старт! Давай, 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 давай! Давайте, 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 ну... Рожок должен надеться, и потом можете крутануть гайку. Не просто ударяя по гайке. Василий, давай. Работаем, Вася, работаем. Давай, 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 давай. Так, давай, так, так, так. Ну у нас вообще скоро чемпион тут появится. Давайте, 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 давайте. Стучим, стучим, да? Как переживает лидер, а? Тут так он машет. Делаем, 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 делаем. Еще есть время. Еще почти полминуты. Парни, крутим, крутим, крутим. Вон они, призы-то. Да. 50 секунд, крутим, крутим, крутим. Вот это да. 53. Опа, новый лидер, 55. Ох, ёпта. 55. Да. Супер, супер. Да, да, да. 55 у нас лидер сменился. Ну, у нас два ножа. Герасим, у нас предложение. Реванш. Новый лидер еще раз хочет. Новый лидер. Ну, старый, хорошо, старый, я лидер. Думаю, позволим, да, экс-чемпиону да, позволим. Ну, вот так. Так, все, ready for start. Выходит кто второй? Больше один. Так, ну. Ай-яй-яй-яй-яй. Неужели никто не хочет ножа Якутского? Выходи, выходи. Так выходи еще раз. Выходи, если не честно говорю. Давай. Выходи, покажи. Одел рожок, крутанул, одел рожок, крутанул. Давай. Даже если бить, я готов, если что. Так, все, ну, выйди. Я вообще не готов. Так, я... подождите, 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 секунду. Секунду, я сейчас калькулятор включу, у меня все ходы подсчитаны. 3, 2, 1, пуск. Поехали, поехали, борьба за якутский нож. Какая? Закручиваем, не откручиваем. Напряженная. Будь с тобой или против? Давайте, 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 чтобы ровень выступала. Главное, чтобы гайка шла вниз. Ага. Крутец, наикрутейший гайковер. Кто у нас? Он. Какой результат у нас? Кто у нас чемпион-то был сейчас? 55 секунд. Как тяжело-то, а? Ребятки, 3, 2, 1. Все, норматив. Молодцы! Норматив остановились. Битва. Так, стоп, 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 стоп. Битва титанов. Три,
два, один, поехали. Опа, вот это он разошелся. Хотите, а это мифическая резьба? А не сразу? Нет, надо было знать. Хороший вопрос. Отвечаю. И не знаю. Итак, вот он решающий момент. Батл за Якутию. 32 секунды еще. Так, 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 так. 38. Ну, однако. Опоздал немножечко, 30, ребята, 39.68, но я чуть опоздал нажать, 38 секунд, достаточно, действительно, слушай, ну... а, есть желающие победить? Нет желающих победить, поэтому, наверное, пришло время вручить победителю нашего конкурса «Шаловливые ручки». Вручить вот такой вот прекрасный якутский нож. Левша, правша? Правша, доставай нож, он непростой. С другой стороны показывай. Вездеход Трофи 2018 от канала Герасим Шер. Поздравляю. Кому? Поздравляю. Имя здесь нету, мы не знали, кто будет. Обязательно выбьем на гранит на стене. Поздравляю. Действительно, рабочие, шустрые, шаловливые руки. Здорово. Вот, надеюсь, он будет вам служить хорошо и приносить удовольствие. Это хороший действительно инструмент, который мы используемся сами, да. Очень хорошие ножи. Стальные бивни. Это ножи, которые проверило время, с которыми не хочется расставаться. Отличный инструмент, верный помощник и друг в ваших руках. Наш выбор. Якутские ножи от стальных бивней. Пусть это станет и твоим выбором. Ну что ж, вот здесь паспорт на него, здесь есть телефон. Да, ребят, если кого-то интересует действительно хорошие ножи, подходите к нам, мы покажем, где можно подойти. Есть образцы, есть вещи на продажу, можно будет приобрести. Вот, еще раз поздравляю. А это заслуженная победа. Ну что ж, вот так вот и мы провели свой конкурс. Жаль, что так поздно, жаль, что были только вездеходчики, практически не было зрителей, но, тем не менее, он получился. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Если не трудно, поставь палец вверх. Подпишись на канал, расскажи, что ты думаешь об этой серии в комментариях. Эти несложные действия помогут нам стать еще лучше. Конечно же, оставайся с нами и смотри наши новые видео. Всего хорошего. Искренне ваш, Герасим Шерп.